конечно, жалко на нее все равно тратить. 5 лечилок. Да ладно. 120 тысяч. Ладно, пофиг. Еще не будем пока что. Тифсон наш. Наш сонь. Пойдем сразу на следующий уровень. Конечно, зря я это чувствую сюда. Я сейчас вот иду, если честно. До фонаря не дошел, в смысле, имею в виду. Это, конечно, очень зря, по-моему. Так, один. Ну, как сказать, один. Скорпиошка тут у нас. Так-то их несколько. Я уже одного такого видел. Он был не очень. А этот, по-моему, очень. Ух ты. Чего? Другой эликсир. Фигня какая-то выпадает, честно. Надо сказать. Просто одним словом, фигня какая-то выпадает. Так, открывается с другой стороны. Ага. Сам туда, по-моему, да, надо? Ай, блин, зараза. Ага. Полечим всем. Смотри, свежей крови 5. Окей. Но в целом, она не сказала бы, что оно стоило двух скорпионов. Надо сказать. Как мне кажется. Это вы поймите, конечно, я не жалуюсь. То есть, у меня так довольно просто все пока что проходится. Просто странно очень. Тут предметы все разбросаны. Странно, тут как-то очень все ящерки эти разбросаны. Угу. Прикольно. Прикольно. Пипец у них снимает, конечно, магия. Ух, ё. Тут пипец, мягко говоря, ребята. Тут пипец просто. Нет, по-другому никак назвать не могу. Ладно. Ладно. Это будет интересно. Хотя... Там что, у меня там 160 тысяч? Это сколько это уровня? Где-то 2, может, примерно, да? И меня... Ну, вы же знаете, что меня жаба задушит, скорее всего. Два уровня. Терять. Еще да, я, как всегда, забыл золотое правило Bloodborne. Это именно оно вот такое вот.
Конечно, да. Их всегда поднимать. Золотое правило Bloodborne и вообще всех соусов там, все такого прочего. Ладно, ребят, не хотите по-хорошему, значит... Будем, наверное, по-хорошему. Давай. Ай! Блин. А, и сквозь стены еще дамажит. Вот это круто, я хочу сказать. Жесть. Ну ладно, пофигу. Пофигу в целом на то, что там находится. Если честно. Скорее всего, нужно это там голубой эликсир использовать, да? Чтобы они меня не видели. Что-то мне так кажется. Если честно. Чувство есть небольшое. Хотя фиг его знает, они сами, по идее, голубой эликсир изобрели. Думаю, они вряд ли как-то не будут знать его свойств. Или какая там у него вообще история, о чем он там вообще говорит-то? Голубой эликсир. Подозрительного вида жидкое лекарство, которое используют верховные служители церкви исцеления в своих странных экспериментах. Это своего рода анестетик, который затуманивает разум. Благодаря силе воли охотники способны останавливаться в сознании, что позволяет им использовать второй эффект лекарства, который не дает обнаруживать неподвижные тела. Ага, понятно, что ничего не понятно, короче. Ха. Вот это, блин, волчара. И он еще и тут не один. Вот это, блин, волчара, надо сказать. Да уж. Сейчас сквозь текстуру провалился. Уа!
пузырьки, пузырьки. А, еще. Ага. Главное им не провафлить еще. Так, часть его упала. Я еще кровь самоцвет. Сейчас надо подождать, да. Камешка этого. Заспамил просто. Я даже не думал, что хватит этой выносливости. Моей, если честно. Так, открываем. Здесь у нас что есть? Сейчас я надеюсь, этих призраков нету. Холодная кровь. О, ничего себе. Крест великих. И прикольно. Интересно. А тут что есть? Ага, тут у нас рычаг и мозгосос. Здесь сверху никто там не... Открываем. Окей. Окей. Так, сейчас нам надо еще в сокровищницу попасть. Местную. Вспомним, там много чего вкусного лежит. Сокровищница у нас находится вот здесь вот. Кто у нас тут ей заправляет? Че, серьезно, тут никого нету? Нету. Ага. Никого тут нету. Сейчас. Так, пульки. Ага. Так, давай сейчас смотреть, что у нас здесь. Просто надо было отойти. Ой, куда? Красное желе. Могильная плесень. Что тут есть? 174 тысячи. Надо бы сейчас в сон сходить. Волос мудреца. Прокачаться. Еще красное желе. Ага. Просто потому что я не хочу столько душ терять. Ну, один уровень, конечно. Скорее всего, не один, даже два, потому что у меня еще здесь есть или сюда сколько. Всяких таких вкусняшек. Так, добежим? Добежим, отлично. У нас есть.
Угу. Тут еще дверь куда-то. А, ну да, я знаю, скорее всего, куда она. Да, то самое место, где мы еще сдохли. Тогда даже еще. Интересно посмотреть, что еще там лежит такого. Вот здесь вот. Ага. Ага. Прикольно. Сухарительная, отличная. Кубки. И голубой эликсир, но, блин. Будет ли для вас это открытием, что я скажу, что тут фигня лежит? Я думаю, что нет особо. Так, метку. Давайте к метке протонемся. Значит, идем в сон охотника. Оставим себе эти, чтобы пулик было у нас 24. Да, 24, нормально будет. Скушаем сейчас мы, да, все эти души наши. На оставшиеся купим этой пороха. Что у нас там останется после всего этого дела? Угу. Угу. Вот так вот даже можем. 44-43. Отлично. Да, ну такое же, понятно. Да, лучше нету. Ну хотя, как сказать, лучше нету. Усовершенствовать. Ням-ням-ням. Усовершенствовать оружие. Вот так вот. Так, а мы в нее самоцветы можем вставлять теперь в пушку? Нет. Похоже, нет. Так, в первом у нас что стоит? Пузырек 4, пузырек 3. Ну, я думаю, пузырек вот 3 надо поменять. Нет, хотя погоди, надо поменять вот это вот на пульке. Что-то мне так кажется. Ага. Значит, теперь... Теперь мы идем к вам, ребята. Мы раз покупаем, сколько можем вообще вот эту вот штуку. Вот эту штуки. Угу. Сколько у нас там этих пузырьков останется?
272. Ну, нормально. Думаю, на Ибраитас должно хватить. Столько пулек нам. Конечно, все равно маловато. Ну, этих, в смысле, я имею в виду, не пулек, этих пузырьков. Да. Все-таки на Ибраитас, по-моему, все равно это маловато. Будет как-то. Что-то мне так кажется. Посмотрим. Посмотрим сейчас, что будет. Что будет, то будет. В общем. Так, надо бы нам поставить этот да, вот так вот. В первую очередь кушаем сгусток, дальше кушаем эту бумажку молниевую нашу. Потом уже, скорее всего, этот пепел. И ну это, если там это пригодится вообще. Ибраитас. Она тут, кстати, посильнее, чем, соответственно, в этой в оригинальной игре. Чтобы вы так понимали. На фул с ней всегда держать хп. Вообще всегда. Безумие. Оно отходит постепенно. А, нет. Ну, все. Готов. А, да уж. Блин, зараза, Ибраитас. Но... Как я понял, она, значит, этим тараном не ваншотит. Это уже хорошо. Надо, только осталось это, от ее ударов уворачиваться, но которые вот не таран даже эти, которые вот она этой самой штукой бьет. Надо поставить вообще сюда нам... Не надо нам вот это все ставить, надо сюда поставить успокоительное. Успокоительное, это где успокоительное? Это вот где, 10... Штучек так, на всякий случай, знаете. И бить ее, короче, этим мечом. В двуручном хвате. Но надо ее бить мечом. Что-то мне так кажется. Да.
Надо ты ее еще атаку получить, уворачиваться все-таки. Как оказывается. Хочу уж даже душ подбирать с ней, потому что как-то... Да. Мы от нее уровень уж точно не получим. Отлично. Вот, блин, зараза. Таран? Нет, это, конечно, вообще жесть. Наверное, самый реально сложный удар в нее от ухода. Ну, в смысле, не от ухода, а для ухода. Отлично. Конечно, не так и отлично, уж прям можно было получше. Я еще живой даже каким-то чудом.
подлечимся. Все, надо добивать уже. А то мне так не лечилок никаких не хватит. Отлично. Фух. Ну вот как-то так. В общем, считаю я ее самым сложным боссом вообще из подземелья, да? Скорее всего, нет. Она, блин, просто очень много дамажит. Видели, да, сколько она мне стороны снимает? А так, в целом, но... босс как босс. Нормально, то есть, ну, если как бы прийти к ней более-менее прокачанным, я думаю, она особо проблем не составит в убивании себя. Сейчас давайте посмотрим, сколько нам надо там чего для постановки следующей чаши, уже, соответственно, нашей последней чаши. Ага, живая нить у нас с этого с мозга падает, насколько я помню, да? Значит, мы сейчас пойдем к мозгу, ее поставим, и на этом с вами закончим. Мне лично такое очень сильно нравится. Так, Хоры Мерго, по-моему, нам нужен нижний уровень, насколько я так помню. В следующей части будем проходить последний том Миранское подземелье. С чем я вас, в общем-то, ребят, могу поздравить, потому что мы их уже, в общем-то, можно сказать, что прошли все. И это просто очень хорошо. Осталось нам только эту самую DLC-шку пройти. И то, тем более, у нас там в DLC еще там три босса. Так, то есть нам до конца вообще всего Bloodborne осталось, ну, не сказать, что много прям уж серий. Конечно, хотя и обидно, учитывая то, что больше дарков у нас на канале нету. Ну, хотя это, по сути, тоже как бы даст мне чуть побольше времени теперь на прохождение первым уровнем бессмертий. Третьего ДС, я вам так напоминаю. То есть нам осталось только третий ДС пройти без смертей, и все соусы у нас бессмертий пройдены, по сути. Так, вот там вот оно у нас лежит. Надо к нему это сделать. Просто, по-моему, за эту руну должен дать какую-то. Ну что, так вот как-то. Я не знаю, на самом деле, сколько так долго надо стоять. Насколько долго.
По-моему, за это что-то дают. Как мне так помнится. Да, дали нам руну Луна. Нет, как я понимаю, еще более лучшая Луна. То есть она еще больше нам будет отголосков приносить. Крови. Да. И давайте мы его сейчас убьем. Конечно, валить его придется долго. Надо сказать, очень долго. Да, давайте мы сейчас вообще сделаем, знаете как, мы сейчас сделаем себе зверина. Вот так вот и... Я не знаю, сами, к чему он уязвим, но пусть будет это молния. Нить. Один. Так, хорошо. Значит, мы сейчас используем метку. Куда? Мне там записывается или все? Да, все записывается. Отлично. Значит, мы сейчас ставим чашку последнюю. Качаем уровень. Скорее всего, один там. Нам хватит на один. И, в общем-то, ставим эту луну, третью нашу уже. И, в общем-то, все. На этом я с вами могу попрощаться, грубо говоря. Так. Ага. И луна. Ладно. Так, ну, конечно, блин, этих надо много. Ну, пофиг. Пофиг, все равно, я думаю, на один уровень нам... Ну да, на один уровень хватит точно. Вот, эту чашку будем проходить под... ну, в общем, следующей части, соответственно. Когда мы там... это... куплю... Ну, возьму я себе пузырьков, в общем. А давайте теперь с жизнью уже будем качать, так, конкретно прям. Вот, все. Давайте-ка мы на это с вами попрощаемся уже. С вами был я, Артём. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, мою ссылку есть в описании на неё. Всем до свидания на этом. Всем пока.